проект «Дипломатия» начинался у нас с 2016 года. Это проект взаимодействия культурного с городами-побратимами. Мы обмениваемся выставками. Наши художники выставляются в лучших залах городов-побратимов. И также здесь мы выставляем авторов. Были уже выставки и белорусских, и армянских, и итальянских, и немецких авторов. Также большой пленэр «Дипломатия» каждый год проходит у нас в конце августа, начале сентября, когда собираются художники с разных городов, из разных стран, и здесь вместе в творческой атмосфере мы делаем новую выставку. Это всегда набирается столько желающих поучаствовать, что после буквально недельного пленэра мы готовы предоставить нашему зрителю целую огромную выставку работ, как другие страны видят наш город. Проект «Дипломатия» в этом году выходит на новый виток. У нас будет новые выставки. Мы планируем, опять же, взаимодействие с белорусскими, с армянскими художниками, с французами, с греками. То есть это будет целый новый этап в этом проекте. И ближайшая такая выставка – это будет фотовыставка авторов из городов-побратимов, которая будет буквально вот в апреле. И также проект «Арт-память» продолжится в апреле уже выставкой Сергея Яковлевича Дунчева. Приглашаем на открытие 16 апреля. Пятилетие галереи будет в сентябре. Я думаю, что-то мы сделаем интересное. Как раз в сентябре у нас будет проходить международный пленэр очередной, поэтому, я думаю, это мы совместим два этих события и большую такую интернациональную кампанию, устроим культурный праздник не только для галереи и гостей, но и для города в целом.